парк появился в первой половине 20 века. Были разбиты аллеи, высажены различные растения, установлены скульптуры. Ну, со временем он, конечно же, развивался. Появилась также лодочная станция, танцевальная площадка. И со временем он превратился в такой прекрасный парк, который мы видим сейчас. Основные перемены начали происходить с 2017 года. И, как видите, за довольно короткий срок получилось создать прекрасное место, в котором комфортно каждому жителю и в котором каждый может найти для себя занятие по душе. Для наших жителей стало прекрасным сюрпризом устройство набережной вдоль реки Пехорка. У нас есть спортивные площадки, волейбол, баскетбол, настольный теннис, площадка воркаута, зоны, конечно же, тихого отдыха, скейт-парк, роллер-дром. У нас большой спортивный проект, которая подразумевает тренировки на открытом воздухе, совершенно бесплатные для всех желающих. Это и йога, и танцевальные направления. В 2018 году парк Пехорка стал лучшим парком Подмосковья. И в этом году церемония награждения будет проходить у нас.